Hello, Hengelo. Добрались до этой самой, до первой станции в Голландии. В общем, в туалет не сходите, нужна банковская карта. И смотрите, чтобы попасть в туалет, здесь надо это самое приложить банковскую карту. Непонятно, сколько это стоит и сколько с тебя снимут денег. Может, это будет 50 евро, блядь. Вот. И с 7 до 19 можно спокойно посещать. Там в Голландии все честные, и, скорее всего, это будет стоить, ну, до евро, наверное. В Гауди у нас сегодня рабочий день. Вот так катают асфальт. Ну, в принципе, ничем не отличается. Прям на землю асфальт ложат и катают. В Голландии, ну, как известно, все-таки не такая богатая страна. В поезде в Роттердам. Вот. И тут поезда, конечно, вообще исключительной дизайнерской ковки, так сказать.